sea consciente. Это чай. Я немножко приболела, так что извините, пожалуйста, буду иногда пить чай. That's how we always be inseparable. Just you and me is so wonderful. To know you'll always be around. That's how it is.
Thank you.
следующую песню. Это один из джазовых стандартов, который все в основном знают. Мне подсказывает мой самый лучший басист в мире Сергей. Все басисты, ой, все джазовые стандарты все играют. Вот. Но мы его сыграем, но немножко в другой интерпретации. Тут будет все по-другому. И язык, и ритм. Ну и, собственно, и я. Итак, мы начинаем.
Thank you.
сегодня сюда. Многие спрашивают меня, когда же следующий концерт. Так вот, делаю информацию. Следующий концерт у нас будет 21 октября в клубе «Дуров». Поэтому сегодня у нас с вами работает спецпредложение. Если у вас есть желание прийти к нам 21-го, можете подойти ко мне во время паузы или после концерта и приобрести билеты за 300 рублей. Только сегодня они продаются за 300 рублей. Дальше дороже. Вот так. Все, мы пойдем отдыхать, столько людей. Georgia, no peace,
С очень известной песней Рэя Чарльза «Джорджия, oh my my». We'll be right back.
Спасибо. Следующая песня. Моя любимая исполнительница. Эми Вайнхаус. Эми Вайнхаус. Вот. Объявлять не буду. Наверняка вы ее знаете. I'm
следующий вопрос. Но на этом, на самом деле, сюрпризы не заканчиваются. И следующая песня не прозвучит без вашей поддержки. Всего лишь от вас нужно немножко. Это ваша любовь к нам, ваши руки. И если вы знаете песню, а я думаю, ее знаете, то подпевайте нам. Time.
Следующая песня, да? Будет, к сожалению, последняя. Для нас. Я надеюсь, также и для вас. Надеюсь, вам все очень понравилось. Мы очень старались. Следующая песня так называется. Нет, не очень старались. Но песня... Песня называется по-другому, просто песня называется «Дух в темноте». И было бы, наверное, классно, если бы на нас так прожектор не включился, только я бы одна такая светится. Ну, просто дайте немножко помечтать. Just
Егор Чуйков, Алексей Минеев, РК, мы благодарим вас за внимание.